Всем привет, ребят. Что я сегодня решил сделать? Небольшой такой, как говорится, обзорчик мода. Вот, ребят, у меня имеется вот два мода. Не знаю, зачем на ферму такие тачки. Ну, короче, это надо для крутых, ребята, очень крутых типов. Короче, типа будет как обзорчик РПГшка, ребят. Вот, ну что, давайте вот смотрите. Садимся в салон, тут там просто жесть, полный фарш, кожаный салон, ребят. Тут спидометр 350 стоит, ребят, все как и полагается. Заведем, ребята, все работает, свет бомба. Так, ребят, видите, туда все получается, коробка автомат, все тут просто красота, ребят. Это мы сели в Porsche, получается, сели в Porsche. Ребят, я не знаю, что тут что-то открывается, а вот открываются двери, ребят. Так, и больше вроде ничего не открывается. Подсветка. О, видите, ребят, какая красота. Ух, давайте вас закроем. Тут получается, ребята, скорость стоит 330 километров. Давайте, ребят, попробуем разогнаться на этой тачке. Звук у нее меня радует, ребят. Попробуем, насколько она наберет такую скорость сейчас. Ну просто жесть, ребят, сколько она жжет. Ни хрена себе, 900 литров в час. Вот это у нее мощи, ребят. Тут стоит такой этот. Мощит сколько так. Ну что, ребят, давайте попробуем. Сейчас, сколько примерно секунд мы, ребят, зазвоним, как она разгоняется, ребят. Так, поехали, ребят. Смотрите, как быстро она скорость набирает. Уже, ребят, сотня, 200. Скоро будет. Смотрите, ребята, 220. 200. Фу. Набирает, ребят, 300 километров скорость. Это просто красота. Попер, ребят, дальше. Сейчас смотрите, это просто жесть, ребят, просто жесть. Смотрите, 200 200 300. Триста тридцать километров, ребят. Ни хрена себе, да? На такой машине покататься по ферме — это жесть. Да, ребят, это просто жесть, короче. Ладно, поехали, ребят, на нашу. Так, сильно разгоняться не будем. Даже этот. Смотрите, как прикол, да? Как выдвигается этот. Опа! От скорости. Это наша вторая машинка стоит где-то здесь. Сейчас мы ее найдем, ребят. Где же тут наша вторая машинка? Или мы не туда попали, наверное? Ну, походу, тут, видите. Ну, так, это, ребят, тоже, кстати, карта. Я ее установил. Ну, такая, тут только одни коровы, короче. Ну, такая карта, не сильно продвинутая, ребят. Ну, такая карта. Тут одни поля, поля, поля. У меня вторая тачка. Это как бы. Ух, ну моща, ребят, моща. Porsche есть Porsche, ребят. Ух. Ну, тут текстурки такие красивые. Вау. Смотрите, как мы форсируем, ребят. Вау. Просто красота, ребят. Ладно. Ну просто. Красота, ребят, переливает это все, ну бомба, ребят. Ладно, садимся в другую машину, ребят. Это Бэха. В салоне тоже у нее полный фарш. То же самое, ребята, у нее открываются двери. Опа, опа, ребят, это просто красота. Свет все работает. Ну, ребята, чуть поскромней гоняет, 257 километров, ну тоже, ну красота, конечно. Тачка такая. Сейчас, ребят, мы назад отъедем. Так само попробуем развить скорость. Так, ребят, ну это просто. Вау, как ее заносит. Смотри, ни хрена себе. Она сейчас заносила, она покруче будет, чем та. Наверное. Сейчас попробуем, ребят. Это хоть поменьше, чем соляр живет, чем бензина, что-то он что нам ездит тут. Та жрала там жесть, а это чуть поменьше, ребят.
Ну что, пробуем ли эту скорость развивать? Давайте, погнали. Полетела наша машина. Ребят, полетела, просто полетела. Нормально развивается. Сейчас попробовать на ней трошки дрифтовать на скорости. Зади поля, поля, поля. Ну, короче, тоже прикольная тачка, да, такой. На такой тачке погасать. Реально. Карта сделана, короче, в ND текстурах, ребят. Эта карта, кому понравится, можете скачать ее. На карту ссылочку я оставлю, ребят. Вау. Тут только одни коровы, ребята, имеются. Как говорится, ребят. Ну тогда фотку заделай. Пришлось, ребят. Ну что ж, ребят, это наш небольшой обзорчик модов, ребят, прошел. Все, ребят, всем спасибо. Если понравится, ребят, ставим лукасы, подписываемся. С вами был Тоха1999, ребят. До следующей встречи на моем канале.